Здравствуйте, мои дорогие зрители, вы вновь на канале Тани из Англии. Как я вам и обещала, сегодня будет вторая часть. Мы были на ферме в Великобритании. Тот, кто не видел мое видео, в прошлом видео была первая часть. Сегодня мы продолжаем нашу поездку. Поездка была прекрасная, великолепная. Нам действительно очень-очень понравилось, и моя дочка осталась в восторге. Поэтому приглашаю вас, поворачиваю камеру, и вновь мы с вами на ферме Великобритании. Смотрите, эти проснулись голодные. Кушать. Ой, ну а тут маленькому не до... места нету. Ты мой малыш, давай ищи, тоже тебе надо кушать. Как вас много. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать или двенадцать их тут. Ой. А мама... Ну, маму тоже жалко. Прокорми-ка всех. Да, ей кушать надо много. И маленькие. Голодные. Всем нужно молоко мамино. Милашки. Это рыжик там. Давай, рыжик, давай, кушай, кушай. Давай, 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 пробирайся. А это, я так подозреваю, папаша, да? Вот. Жизнь какая у тебя хорошая. Вон мамку там замучили, а ты живешь спокойно. Да? Ну, вот такова доля женская. Ты мой хороший. Так, а теперь с вами пойдем уже на улицу. На улице тоже есть животные. А вот такая здесь есть детская игровая зона. Могут дети покататься на горках. Здесь есть качели и просто посидеть. Дальше есть озеро. Подошла поближе. Кстати, такое было солнце, а сейчас тучи. Ну, как есть. Зато когда солнце отсвечивает. Похоже, у нас тоже такое озеро около нашего дома. Вот здесь вот, конечно, птицам посвободнее. Ну и лучше, я считаю, чем там внутри. Там бедные, замученные животные. Жалко, что делать. Зашли здесь в кафешку, мороженое покушать, и вот вид сверху на ферму эту. Мороженое 3 фунта стоит. Ну, ничего. Мы отдыхаем. Так, конечно, оно дешевле. На свежем воздухе как хорошо животным. Немножко ветерок. Туда теперь вовнутрь, да? А это вот на улице, посмотрите, это тоже лама. Вот как хорошо им здесь, да? Здесь вот тихо, так спокойно. С другой стороны тоже подойдем, чтобы было вам лучше видно. И цветочки такие желтые, солнышко немножко выглянуло. На меня смотришь? Они уже, наверное, ни на кого не смотрят, у них уже никакой реакции нет. Такое количество людей. Что-то там кушает. А там вдалеке красавица, но мы подойдем с другой стороны с вами. Посмотрим на нее. А здесь козочки. О, бегут, бегут, думают, что я их кормить буду. А у нас уже все закончилось. Мы вас уже покормили. Все. Дорогие. Это какие хорошенькие. А что, вы тут драться собрались? Вот здесь смотрите, как хорошо. Они могут и бегать. Здесь им лучше, конечно, чем внутри. Ну, возможно, их тоже на улицу выпускают. Ну, я так думаю. Так, давайте здесь посмотрим. Это он беленький какой. Это они прямо из решетки вылезают. Кстати, здесь такие дают браслеты, как в отеле. Ну, я в карман положила. Желтый. И уже гуляйте по этой территории, потому что вы заплатили. Можете выйти, вновь зайти. Ну, очень удобно придумали, чем просто билетик, который можно потерять. Смотрите, они прямо из решетки как выходят. Это красивые такие окрас. Рыжий немножечко. Даже не рыжий, какой-то кофейный, белый, черный. Да, конечно, дети.
в восторге. Травку кушает. Ну вот с другой стороны добралась я до этой красавицы ламы. Ой, она прямо вся в цветочках сидит. Ой, красотка, ну ты хоть посмотри на меня, а? Не хочешь? Там, наверное, у тебя жених есть, да? Или муж твой? А может, ты мальчик, я не знаю. Сидит так тихонечко, спокойно. Ну, такие вот они ухоженные здесь. Вот те, которые именно на улице ухожен, а того я вам уже показывала подальше. Потом я с этой стороны подошла, чтобы вот на эту красоточку посмотреть. Или красавца. Аж не шевелится. О, Вова зашевелился хоть. Немножко. Так, и этот идет к нам. Давай, 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 давай. Вот. Кто ты, мальчик или девочка? А то вообще не шевелится. Хоть посмотреть, как они ходят. Но если кормить, наверное, подойдут. Ну, говорю, весь корм закончился уже. Травку кушаешь. Умница. Ну, а здесь у нас козы. Ну, здесь уже мы, знаете, подходим к концу. Здесь и людей не так много. Там, кстати, даже еще дальше озеро есть, но, наверное, надо как-то вокруг обойти, чтобы попасть на это озеро. Ой, это, наверное, козел, мальчик. Ой, какой сердитый. Или серьезный. А ты здесь что, на солнышке греешься? Заскучал или заскучал? Мальчик, наверное. Кушать хочешь или нет? Да нет, сытый, вас тут уж кормит каждый посетитель. Скажите, как вот вообще вам понравилось такое видео? Мне очень понравилось. И на свежем воздухе, и погода хорошая, и общение с семьей, и общение с вами. Ну это же как замечательно. Так, а здесь какие у нас красавцы? Боже мой. Это мама, наверное. Ну, мама не замерзнет в такой шубке. Хорошо им здесь на природе. Красавчики, красавчики. Вот еще какого красавца встретили. Ну-ка, посмотри на меня. Давай через решетку. Ой, какой ты хороший. Какой ты породистый. Какой ты очень красивый. Наверное, на ухе чип, я думаю, у них. Кушай, кушай травку, кушай. Кушай, кушай, никого не слушай. Молодец. Дорогие мои, все, я буду заканчивать это видео, потому что я уже практически дошла до самого конца. И моя доченька проснулась. Вот посмотрите, это так вот выглядит на улице. Это ферма. Тут уже в конце починят людей, там очень много. А тут уже практически никого нет животных. Поэтому спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца. Пишите комментарии, как ваши впечатления о таком видео. Еще раз вам говорю о комментариях, да? Может быть, вы впервые подписываетесь на мой канал. И вот на этом красавце я закончу мое видео. Мы еще прогуляемся и поедем домой. Всем пока-пока. Вы на канале Тани из Англии.